Купи компендиум, хотя бы жадничь. Зачем мне компендиум? Что я с ним буду делать? Я не планирую играть в доту. Ну, я не планирую ничего. Зачем мне компендиум? Что мне с ним делать? Тем более, учитывая, что современные эстетики в доте — это вообще тотальное говнище. То есть, я уже много раз говорил, что у доты, по сути, нету своего стиля. Они начали этими сетами последние, там, сколько, года 4 или даже лет 5. Они со всех игр пиздят популярных. Я не знаю, даже начиная от игр, которые не имеют общего ничего с мобами, то есть от всяких фортнайтов, заканчивая, ну, другими мобами. У Dota нету своей стилистики, она пропала. Где-то начиная с 2017 года она постепенно начала пропадать. К 2019 уже не было непонятно, что из себя представляет Dota, какой у нее стиль. Что это такое, типа фэнтези, что это, блядь, мультяшное говно, что такое Dota, какой у нее стиль, что это. У нее нету своей стилистики. Я прекрасно помню, когда я играл в Dota 2, там, в 2014-2015 году, она была такая мрачная, с более-менее еще, знаете, реалистичными сетами. Ты мог представить, что реально может такое существо в теории это надеть. То есть, ну, хоть как-то, ну, хоть в теории, да. А сейчас... То есть, ради чего вообще можно купить компендиум? Ради очередного безвкусного сета, тем более никогда не собираюсь играть. Сейчас буквально один сет из 20 просто хотя бы юзабельный, чтобы мне было противно смотреть.